Всем привет, дорогие друзья! С вами творческий альманах Artifex. Прежде всего, я, Алекс Романов и вся команда Artifex хотим поблагодарить вас, наших зрителей и подписчиков, за ваши отзывы и комментарии. Вы заметили, что было много замечаний по поводу нашего фирменного желтого фона, который некоторые в комментариях даже любовно называли «вырвиглазным». В связи с этим мы решили предоставить вам возможность решить судьбу нашего фона и провести голосование. Итак, у нас есть для вас три варианта на выбор. Вариант номер один. Если от этого фона у вас сразу создается ощущение, что наш канал очень интеллектуальный, то пишите в комментариях цифру 1. Вариант номер два. Если все это время вы чувствовали, что наш желтый фон просто недостаточно яркий, в нем не хватает движения и энергии, то пишите цифру 2 в комментариях, и мы обязательно будем использовать вот это в наших следующих роликах. Вариант номер три. Если вы думаете, что минимализм — это лучшее решение, то голосуйте за белую кирпичную стену в качестве фона цифрой 3 в комментариях. Вы также можете присылать там свои варианты фона, если у вас есть какая-то крутая идея. Просто оставляйте ссылку на картинку в комментариях под этим видео. Ну а пока мы ждем ваших мнений, мы на время этого ролика вообще уберем фон и начнем с чистого листа. Примерно так же сделал герой нашего сегодняшнего ролика Казимир Малевич. Черный квадрат. Эту знаковую работу Малевича знают все. И до сих пор некоторые люди воспринимают это произведение как символ того, что в какой-то момент в живописи что-то пошло не так, все посадили с ума и стали рисовать чушь. Но это совсем не так. Сегодня в рубрике «Артефакт» говорим о разных картинах Малевича и пытаемся понять творческий путь этого гения начала 20 века. Меня зовут Алекс Романов. Поехали! Картина написана в 1912 году. Здесь еще все в порядке, это добротная картина Малевича-кубиста. В это время Малевич активно участвовал в творческой жизни России и был своим человеком в кругах художников-авангардистов, которые все стремились порвать с академическими традициями в живописи. На народные темы Малевич написал несколько картин, например, «Жница», «Лесоруб», «Женщина с ведрами», «Голова крестьянской девушки». Во всех этих картинах Малевич следует одной из идей кубизма, сводит фигуры к простейшим формам, например, конусом или цилиндром. В картине «Косарь» изображена монументальная фигура крестьянина-жнеца, и, возможно, это связано с актуальной в то время темой народа и крестьянства, которую активно обсуждали в интеллигентских кругах. 1912 год – это период между революциями, и, может быть, коса и была символом того, что впереди наверняка большие перемены. Казимир Малевич не ограничился одним черным квадратом. Обычно под черным квадратом мы подразумеваем черный супрематический квадрат 1915 года, но есть еще три. Кроме этого, есть еще красный квадрат и белый квадрат, который также называется «белое на белом». Классический аргумент «я тоже так могу и поэтому это не искусство» тут не работает. Каждая идея – свое время, и мы все время подчеркиваем это, когда в наших роликах говорим про современных художников, например, про Дюшана или Пикассо. А идея Малевича была по-настоящему революционной для своего времени. Он решил, что пора перестать подражать природе. Какой смысл в живописи, если художник является только подражателем? Ведь он не создает ничего по-настоящему нового. И тем более люди делают это уже несколько тысячелетий, там уже ничего не придумаешь. Стать настоящим творцом можно только полноценно используя силу базовых вещей – цвета и формы. Выставив свой черный квадрат, Малевич, как он сам сказал, преобразился в нуль форм. И вышел за нуль к беспредметному творчеству, к чистому искусству, которое, согласно Малевичу, не должно быть привязано к окружающим нас предметам. Малевич полностью порвал со всей предшествующей историей живописи и создал новое искусство – супрематизм. Супрематизм – это не только стиль в живописи, это еще и философия, полная мистицизма и размышлений о тайнах Вселенной. В этом ролике я не буду углубляться в эти темы, но если вам интересно больше узнать о том,
что такое супрематизм, почему он появился, советую посмотреть видео на канале Art Blanche. В своем новом ролике Кир прямо очень подробно разобрал и биографию самого Казимира Малевича, и предпосылки появления супрематизма. Ссылка на канал Art Blanche и ролик о супрематизме под этим видео. Посмотрите обязательно. С приходом советской власти Малевичу пришлось отказаться от многих своих революционных идей, так как они не сильно поощрялись новым режимом. Автопортрет Малевича уже более консервативен, и автор изображает самого себя как художника эпохи Возрождения, с жестом руки, напоминающим автопортрет Альбрехта Дюрера. Рука и голова художника находятся на одной линии, что намекает на единство намерения и мастерства художника. Но с другой стороны, в выражении и лица, и в позе художника чувствуется какое-то напряжение, как будто Малевич хотел передать невозможность полностью выразить себя и свои идеи во времена советской власти. И тем не менее, Малевич подписывает эту картину своим бессмертным черным квадратом. Творчество Малевича – это не только живопись, это философия. Он успел поэкспериментировать в самых разных стилях, от импрессионизма до кубизма, а затем попытался сделать нечто большее, чем изобрести новый стиль или подход к изображению реальности. Он хотел оставить все существующее искусство в прошлом и создать принципиально новое искусство. Даже не просто новое искусство, а некий новый способ думать о том, что такое искусство и какие у него функции. И черный квадрат стал точкой отсчета этого глобального плана Казимира Малевича. Но и творчество Малевича в итоге стало лишь частью непрерывной истории новых идей в искусстве. О нетривиальных идеях и инноваторах в мире искусства мы рассказываем в наших других роликах рубрики «Арт и факт». Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, и я очень надеюсь, что с вашей помощью в нашем следующем видео мы вернем фон. До следующего раза!